По данным оперативного штаба по Пермскому краю, в Березняках общее число заболевших с момента первого выявленного случая составило 1276 человек. За сутки прибавилось 15 заболевших. В краевой больнице имени Вагнера сейчас находятся 140 жителей Верхниками, у которых выявлен коронавирус. 439 березняковцев сегодня изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1161 человек по предписанию Роспотребнадзора находится на карантине под наблюдением врачей. В Пермском крае за сутки выявили 309 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье превысило 23 тысячи человек. При этом выздоровели более 17 тысяч пациентов, из них за сутки 398 человек. За минувшие 24 часа скончались от коронавируса 17 жителей Пермского края. Всего за весь период 757 человек умерло от COVID-19. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось более чем на 26 тысяч. Общее количество заболевших сегодня 2 миллиона 515 тысяч человек. Скончались за сутки 562 пациента.